Всем привет, друзья! С вами Ник37К, и сегодня я буду выполнять задание от вас. Поэтому, ребята, погнали! Задание «Тигриного глаза» — повторить легендарный прыжок Симпла с винтовкой за 450 коинов. Окей, я попробую, хотя я видел, в принципе, этот прыжок, ребята, и давайте я его попробую. Так, ребята, давайте повторим этот прыжок. Ну-ка, блин, не получилось. Давайте, короче, еще раз. Есть, у нас получилось. Убить 8 игроков руками. Окей, давайте попробуем, но я еще буду убивать гранатами, потому что гранаты мне никто не запрещал. Ладно, ребята, погнали. Так, ребята, у меня пока не получается пройти это задание, поэтому давайте его пропустим. Оно реально довольно сложное, поэтому следующее задание. Выиграй хотя бы один раунд в батл рояле. Так, ребята, я вот перепутал батл рояль и взял дуэль, поэтому давайте попробуем выиграть в дуэли. Но я возьму начальную снайперку, и да, зайдем на другую карту, вот сюда, потому что там мало игроков и там нечестно играть. Так, ребята, берем начальную снайперку и давайте мочить ее врагов. Я вот просто спутал комментарий от Чертова и от другого ютубера. Поэтому, ребята, давайте играть дальше. Блин, ребята, меня убили. Ну, короче, ребята, ладно. Вот такие вот были задания от вас. И да, ребята, если мы наберем 1000 подписчиков, то я сниму вторую часть с более сложными заданиями. Поэтому, ребята, всем пока, всем удачи.